Друзья, всем привет! Привет, YouTube! Привет, каждый наш подписчик! Сегодня в уроке номер 7 по созданию газона мы с вами поговорим о первых работах, которые необходимо делать на молодом, свежепосеянном газоне. Итак, начнем с того, что первый месяц, полтора, по газону желательно мало ходить, пока газон не окрепнет. Первые 3 недели после посева газона вы занимаетесь сугубо только поливом. Контролируете, чтобы почва у вас была постоянно влажная. Смотрим также по погодным условиям. Основная проблема, с которой вы столкнетесь, это сорняки, которые будут всходить одновременно с газоном. Бороться с ними нужно как механическим способом, то есть прополкой вручную, или же системными гербицидами. Много у нас есть видео, как мы боремся с сорняками на молодом газоне. Ссылки этих видео я вам брошу в описании под видео. Мы боремся с помощью препарата Диален. Вы можете посмотреть видео о этом препарате. Также ссылка будет в описании. Многие задают вопрос, когда же делать первый укос газона? Приблизительно это нужно делать через 3-4 недели после посева. Если же вы газон свой засевали в весенний период, семена всходят быстрее. А, к примеру, осенью всходы нужно ждать чуть дольше. Если визуально видно, что травостой покрыл всю территорию и достиг высоты 5-7 см, приступаем к первому кошению газона. Делаем это с помощью газонокосилки с травосборником. Ни в коем случае не скашивайте газон с помощью триммера или мотокосы, потому что мотокоса может выбить леской вам весь газон. Некоторые участки, на которых не сошел газон по разным причинам, таким как смыло семена водой или же семена съели птицы, вам придется эти участочки подсеять. Подсевать вам нужно будет теми же самыми семенами, что вы засевали основной ваш участок. Ни в коем случае не подсевайте другими семенами, потому что ваш газон будет отличаться потом цветом. Если у вас на участке рулонный газон, который вы недавно уложили, то работ у вас будет на порядок меньше, чем с посевным. Что вам необходимо будет делать, это на первых порах контролировать полив. И первый укос вы сможете провести уже через 7-10 дней после укладки. На этом, друзья, я заканчиваю урок номер 7. Спасибо, что внимательно нас смотрите, задавайте вопросы, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!